Представляете, хуже, чем таракан. Друг номер один начинает этот день. Ваша минута. Доброе утро, город. Я Денерис, красный игрок. Вот заранее как-то была не готова к первому номеру. Придумывала на ходу. Во-первых, рада приветствовать всех в старо-новом помещении. Вот. По-моему, здесь неплохо. Напоминает чем-то виллу, судя по тому, что тут вторая комната намного меньше первой. Вот, очень рада, надеюсь, что мы здесь подольше поиграем и не придется снова заморачиваться с поиском помещения. Вот, и хотела рассказать, мне навеяла музыка с истории с Рапунцель. Навеяла один очень милый такой даже не анекдот, а заметку. Обычно я это ничего не запоминаю, но вот это запомнила, что входит в автобус мама с маленькой девочкой, и девочка говорит... Время, спасибо. Продолжение следует. Самым интересным есть. А, выставить, чтобы она потом поговорила. А вы успеете за 30 секунд? Она потом расскажет. Сначала речь мне не понравилась, я признаюсь, потому что говорит, так вот неожиданно, прям не знаю, о чем говорить, вот все так внезапно. Ну, во-первых, первый номер вы вытащили, у вас было время там пока посидеть. Потом минута там мафия договорилась, потом шериф там еще смотрел. То есть можно было что-то придумать. Вы стали придумывать на ходу, это меня как-то насторожило. Потом эмоционал немножко поднялся, хотя это тоже, с одной стороны, не очень хорошо, когда эмоционал разного уровня в начале и в конце речи, но... Не знаю, я пока оставлю вас за скобками. Черное я вас не считаю, просто и красного я тоже много не увидела. Ну, теперь мне, получается, надо бы продолжить это, я не смогу, потому что я не знаю, о чем речь. Ну, в общем, у меня тут гостила подруга из России, она была на мафии, очень впечатлилась. Всем привет. И спрашивают, вы играете, я за вас. Время, спасибо. Игрок номер три, ваша минута. Я продолжу обе речи. Значит, одна маленькая девочка, это была подруга из России. Да? Так, с кем я играю? Я играю со всеми новыми игроками, с 6, 7 и 9. Чего? Почему нет? Все равно ничего не понятно будет, кто они, черные, красные. Вот красный, пусть будет красный. Вы же красные? Вы красные? А вы красная? Или черная? Красная. Нельзя отвечать, да, мы не говорим. Пока что я поиграю с красными игроками. Ну, красными игроками это 6, 7 и 9. Немножко сбивает цифры, да. Вот. 1 и 2 не могу себе взять. Но не зашла мне ни речь, ни единицы, ни двойки. Вот просто эмоционально, что-то единица, действительно, вы могли продумать. Это то, что вам двойка рассказала. Вы знали заранее, вы могли продумать.
Хорошо, вот если я отстрелюсь, я вас оставлю в своем лучшем худе. Вы же меня послали в проверку. Вот. Два покопалась в этом, вроде и хорошо, но эмоционально. Спасибо. Что такое лучший худ? Объясните, пожалуйста, на свою речь в следующий раз. Игрок номер 4, ваша минута. Доброе утро, город. Мне поначалу эмоционал игрока номер один не понравился, и не успел рассказать свою историю. Вот я когда всякие истории анекдоты рассказывал, я так всегда планировал время, чтобы успеть. Поэтому пока с игроком номер один не поиграю. Значит, игрок номер два. Я так в итоге не понял, вы играете с единицей или нет? Так. И как вы не играете, оставляете за скобками. Так. А господин Ведьмак, никого из вас не берет. Так. Интересная дилемма. То есть с игроком номер один я пока однозначно не играю. То есть, по идее, я должен поиграть с игроком номер два, который не играет с игроком номер один. Но Ведьмак не берет никого. Но раз я играю с игроком номер два, то по позиции я Ведьмака брать не должен. То есть, пока я играю 2-4. Так, может, единственное вас выставим и послушаем на попеле, что вы расскажете? Выставляю игрока номер один. Принято один. Спасибо, пас. Спасибо. Мы закончили. Игрок номер 5. Ваша минута. Доброе утро, город. А мне понравилась речь первого игрока именно потому, что она была не заготовлена. Заготовленную речь можно, а не заготовленную речь можно. Поэтому мне первый игрок больше понравился. Второй игрок оставил за скобками. За скобками можно сказать, если есть какое-то там действие, а остальное за скобками. Действия у вас не было. Все оставлять за скобками. Не играю, вы сказали. Ну, как бы можно сказать, да? Ну, там, допустим, того-того беру, а того не беру. В общем, не знаю, почему вы не поиграли с первым игроком, оставить его за скобками. Мне это не понравилось. А тройку я попросила бы проверить. И можете вместе с единицей оставить мне лучший ход. Тройку проверить. 10 секунд. Что? Три пошел проверять? Три шерифа, ну что? Я считаю, что три не шерифа. Прошу Вене? Проверить шерифа. Спасибо. Игрок номер 6, ваша минута. Да, вот первый игрок. Мне сразу вспомнился наш тренинг, буквально, который прошел несколько минут назад. Очень похожа была речь на историю с котятами, с сметанными пушистыми. Ну, не знаю, может, это совпадение, но как бы я бы не играла с первым игроком. Со вторым, третьим я бы поиграла. Четвертый, который хотел, непонятно как-то для меня получилось, вот с тем играете, за скобками, то есть я не смогла уловить точно речь, поэтому я пока опасаюсь с вами поиграть. Ну и игрок номер 5, мне показалось, что ну, речь довольно-таки была логичная, я бы тоже с ним. 20 секунд. Ну, я класс. Закончили? Спасибо. Игрок номер 7. Поправьте, пожалуйста, номер поближе к себе. Ваша минута, игрок номер 7. Я не понравилась речь первого игрока и третьего. Потому что первый, как игрок номер 6 сказал, что это похоже на историю с котятами. И потом оказалось, что он мафия. Продолжайте, у вас еще 20 секунд. Игрок номер 4 я бы не играла. 10 секунд у вас. Игрок номер 5 я бы с ним. Время, спасибо. Игрок номер 8. Ваша минута. Доброе утро, город. Я красный. Наговорили на черную, но, скорее всего, именно поэтому красная. Дейнерис не любит первый этот, поэтому она просто в шоке была от того, что получила эту карту. Только поэтому у нее тяжело оно идет, а не потому, что она что-то думала. Не-не, скорее всего. Я не знаю цвета, не надо меня провоцировать, это бесполезно. Я играю абсолютно одинаково, черным, красным. Я красный игрок. У мафии нет шансов. Я приехал играть, поэтому пропускать не собираюсь. Мафия проиграет в этой игре. Я ответственно это заявляю. А зачем вам Ведьмака проверять? Что он такого сказал? Непонятно. Что вам даст проверка Ведьмака?
Нашел шестерку черную, но буду с ней играть, обещал. У нее день рождения, обещал. Первый круг играю. Не понравилась провокация ведьмака в шестерку. Не так она ее восприняла. У вас абсолютно красная речь на двойке. С одним маленьким поправкой. Вы сказали, что ваша подруга из России сказала победы нашим. Не сказали красным, нашим. Вы черные? Время, спасибо. Игрок номер 9, ваша минута. Доброе утро, город. Как по эмоционалу наиболее красный игрок, старший игрок 8. Тут эмоционала столько, что просто прет. Я красный игрок. Троечка играет со мной, как с новичком, уже с семеркой. С тройкой поиграю. Также поиграю с пятеркой. У меня тоже очень логичная речь была. Единица. Ну, тоже понравилось, хотя... То есть, пока я беру в команду 3, 5, 8. И единица еще послушаю, но была, в принципе, хорошая речь была. А насчет черных игроков... На один, наверное, за меня был точно. Тоже это был. Mm-hmm. Тоже это был. Четверка. Все продвое. Я вообще послушал. То есть один до вас, один после вашей третьей. Я красный. Время. Спасибо. Игрок номер 4, получил. Игрок номер 10, вашему. Доброе утро, город. Я не знаю, почему единичка. Мне наоборот, сразу после речи, я сразу подумала... Мой человек, я буду играть, потому что она начала говорить импровизацию неподготовленную. И кроме того, она говорит, вот музыка на меня навеяла. То есть человек слушал музыку расслабленно, я поиграю с единичкой. Двойка оставляет за скобками, потом делает такие предложения. Интересно, вот я обратила внимание на это тоже, наши. Я на это тоже обратила внимание, извините. Пока сами не поиграю. Тройка, вы играете с новичками. Если вы видели, как я вчера с новичками играла, меня чуть из клуба не выгнали. Не играйте с новичками. Не играйте. Они обманывают. Они обманывают. Угу. 10 секунд. Время, спасибо. Спасибо. Вкусный пол. После этого говорить нельзя. Новичками играли, но помните это. Итак, в городе ночь. Поет на нерв. Да. Доброе, убитый друг номер 4. У вас есть минута попрощаться с городом и сделать лучший ход. Так, минута попрощаться с городом и сделать лучший ход. Ну вот, мне больше всего не понравился игрок номер 9 своей фразой, что до меня поговорил один черный. А сейчас простейшая математика. Значит, до вас среди 8 игроков поговорил один черный. Значит, по остатку один черный после вас и третий черный по вашей же версии это вы. То есть вы фактически сами спалились, сами признались. То есть затяните лучший ход игрока номер 9. Так. Далее. Значит, мне игрок номер 1 не нравилось. Я хотел ее послушать еще. Но вы мне не судьба послушать на этом круге. Так, пожалуйста, запишите игрока номер 1 в лучший ход. Так, ну и далее господин ведущий говорил, что мафия протягивает ствол с центра стола. Итак, на это дважды обратил внимание. Значит, в мафии у нас новички.
И кто-то между 6 и 7. У вас здесь стекло. Так, пускай будет шестерка. Принято 6. Спасибо, пас. Спасибо, похлопаем игроку номер 4. Пройдите, пожалуйста, в зрительный зал. Где начинает игрок номер 2, ваша минута. Я бы согласилась с игроком номер 4. Насчет того, я тоже обратила внимание, что ведущий повторил 2 раза, что мафия там вытягивает пистолеты. И между 6 и 7 я соглашусь с четверкой. И пока он говорил, я наблюдала за игроками номер 6 и 7. 7 сидела спокойно, 8 как-то заулыбалась и спрятала взгляд. Я выставляю игрока номер 6. Я послушаю. 7? 8? Нет, 8 для меня красный игрок. Нет, 8 жестко красный игрок. Играю с восьмеркой. Прям играю с восьмеркой. 9 очень подозрительно. Я делаю скидку на то, что это новый игрок. Теперь из тех, из 3 со мной, хотя и не играет, мне показался скорее красным. 5. Я послушаю еще с 5. Я не очень разобрала, что-то меня зацепило. И 10. Но вы очень мало поговорили по столу. Это подозрительно. Значит, 6 подозреваю, с 8 играю, с 3 играю осторожно. Остальных... Время, спасибо, игрок номер 3, ваша. Угу. Вот так. Я тоже подозревал 6-го игрока. Но после вашего выставления я подумал, что, наверное, все-таки 7 больше черный игрок. Потому что между 6 и 7 сидит одна мафия. Но я думаю, что все-таки игрок 7... более черный. Почему выставили 6, можете сказать? Просто по речам, просто по то, что оставил... Ну, давайте так. Выставляю игрока номер 2. Принято. Почему я выставляю игрока номер 2? Потому что я шериф и проверил этой ночью 2. Замечательно. Кого вы проверили? 8. Хорошо. То есть для вас 8. Давайте так. Шерифы сидят, их проверки сидят. Уберем неизвестного игрока для всего города. 10 секунд. Я думаю, что тогда мы уберем 7. Это неизвестный игрок для всех. И тоже новый. А шерифы пока посидят. И их проверки тоже спасибо. Посидят. Игрок 05, ваш игрок. Доброе утро, город. А кто оставил у нас? Оставить Денису, 6, кого еще? Покажите мне. 9. Сейчас, пока из 2 шерифов, я выбираю 2 номер и выставляю игрока номер 6 на голосование. Выставим 6? Выставим. Почему мы выберем 7, а не 6? Не проверка и не выставление шерифов. Предупреждение игрока номер. Хорошо, 6 же не шериф. Не проверка. А вы кого проверяли? А, надо было спросить, кого вы проверяли без окна, я поняла. А чего вы проверяли долг? Попросила на проверку? А? Я просила 3 проверить. Чем мы проверили? 10 секунд. А вы проверяли 8, почему? Ну, а хотя бы на своей речи как бы говорила, что она играет. Время? Да. Спасибо. Игрок номер 6, ваша минута. Просто непонятно, почему не посчитали за черного. Я 100% красный, причем... ну, может, потому что я не так давно играю и ну, не могу еще соответствующе сделать физиономию соответствующую. Но из того, что вы говорили, и мне вот показалось, что вот из 2 шейхов вот как раз я бы на 3 поставила. Стойте, у вас еще есть 20 секунд, вы хотите закончить? Я скучаю. Только спасибо, пас. Она сказала, что не вмешивайтесь, пожалуйста, я знаю, что я говорю. Скажите спасибо, пас. Спасибо, пас. Спасибо. Игрок номер 7, ваше мнение. Я думаю, что он черный и 8. Потому что Кирилл как-то рано говорит, а вот восьмерка, он очень как-то подозрительно вести. Грибов Кирилл. Предупреждение, игрок номер 8, хоть это смешно.
Продолжайте. Вы можете сказать спасибо пас, если вы хотите это сделать. Спасибо. Игрок номер 8, ваша жгучая речь. Обязательно. Но вы же меня черный и не шериф. Вы посидите. У нас тогда у шерифа будет еще одна проверка, вы же стрелять не будете. А вам не выгодно ее стрелять, вы же шериф. Поэтому она успеет сделать две проверки. Только поэтому вы посидите. Уходит шестерка. Да, с красным городом уходит шестерка. Вам это три человека сказали. Единственное, что мне в нашем шерифе не понравилось, совершенно вот именно это. Вас чуть-чуть окрасняет. Зачем вы выставляете непроверенного игрока? Вы шериф. Там есть кому сказать. Никого не выставляйте. Вы шериф. Не показывайте ничего. Это правильно. Он правильно. Он правильно делает. Я верю, что вы шериф. Верю. Но не делайте так шерифом. Это неправильно. Я не беру. Я не говорю, что это неправильно, потому что я сказал. Мне так кажется. Выставляй игрока номер 6. Красная команда голосует шестерку. У шерифов будет еще одна проверка. Послушаем, чья будет лучше. Все игрок нормально. 3 да, и 6, черная да. команда. Игрок номер 9, ваша жизнь. Доброе утро, город. Можете говорить, на это идет. В общем, пока я играю с единицей, с пятеркой и с восьмеркой. Отвышу, до меня была одна черная. Я предлагаю представить, что у меня была одна черная, не черный был, либо 6, либо 7. То есть здесь черная, я не знаю. Пусть шериф проверит. Пусть шериф проверит семерку. Шестерку. Пусть шестерка уходит. Семерка уходит. А, пыльмер 6. 6. 7. Спасибо, пас. Спасибо. Игрок номер 10, ваша мнение. Здравствуйте, город, ну двойка и тройка. Слушайте. Конечно, вы убедительны, и вы убедительны тройку, но почему я должна вам верить? Я вижу ваши пальцы, я вижу, что вы указываете, что нужно убирать семерку. Двойка указывает, что нужно убирать шестерку. Я не знаю, кому верить. Посидеть? Хорошо, я вас поняла. Хорошо, я лично буду убирать семерку, хорошо, потому что она проверена. А, выставляю семерку. Все, спасибо, пас. Спасибо. Игрок номер один, завершает этот день. Да, все чудесайте. Игрок номер три, почему у вас вот эта дилемма 6 или 7, если они оба не проверены? Черных проверок нет ни у одного, ни у другого шерифа. Я не понимаю, какая разница, кого убирать, 6 или 7, но почему вы так? Я верю в шерифство двойки. Не шептите, пожалуйста, игрок номер три. Ну, она выставила 6, вы выставили 7. Какая разница? Какая разница? Вы выставили ее. А потом я буду голосовать сейчас, чтобы уходила шестерка. Спасибо, пас. Спасибо. Шерифские проверки и выставления сидят, и сами шерифы сидят. Прекрасно. Выставлены игроки 6, 2, 7. Я прошу всех вытянуть вперед руку. Прекратить любую жестикуляцию, буду раздавать фаулы. Игрок номер 3, вытяните вперед, пожалуйста, руку. Итак, голосуется в порядке 6, 2, 7. Повторяю, 6, 2, 7. За то, чтобы игрок укинул игрок номер 6. Спасибо, это 4 голоса. Уберите, пожалуйста, руки. 4 или 5 это было? 4. Там было докинуто? Докинуто, окей. Уберите, пожалуйста, руку, игрок номер 6. Вы уже проголосовали. За то, чтобы игрок укинул игрок номер 2. Спасибо, 2 голоса. За то, чтобы игрок укинул игрок номер 7. Прошу всех, кто не проголосовал. Игрок номер 6, вы набрали большинство голосов, у вас есть минута попрощаться. Подожди, семерка докинутой рукой 4 на 4. А как 4 на 4? 4 и 5. Первые 4 голоса, а в семерку ушло 5 голосов. Один голос был кого-то другого. Нет. Было 4 голоса. А у меня никто не голосовал. В двойку никто не голосовал. Меня никто не голосовал. Ошибка. За семерку ушло 5 голосов. Игрок номер 7, попрощайтесь с городом.
Я красный. Кто голосовал семерку? Не было пяти голосов? Была семерка, не поставила свою руку. Я так понимаю, а вас было трое. Потому что она сейчас не поставила свою руку зрительно, то, что не видели. Три человека. Кто голосовал семерку? Поднимите, пожалуйста, руки. Ты спроси, вот кто... три человека. Нет, ты спроси, кто в шестерке. Секунду. Это понятно, она четвертая была. Кто в шестерку голосовал? Кто в шестерку голосовал? Нет, четыре руки. Ты понял? А, шестерка. Да. Да, она позже. Ну так четыре на четыре. На девять. Да блин, что ж вы... Ну только что... Кто в семерку голосовал? Спасибо. Потом мы ведем сцену, идет на сцену, попадает в город. Какой зрительный зал. В городе наступает ночь. Утро не доброе. Игрока номер 8. 20 минут обращаться в город. Даже не сомневался. Вы проверили кого? Десятку? Девятку? Мне не понравилась десятка. Возьмите это на заметку. Она в семерку голосовала. Она не должна была голосовать в семерку. Нет, я не говорю, что вы кому-то что-то должны вообще. Просто вы голосовали не туда, куда город голосовал. Для меня тройка черная. Для меня шестерка черная. Но девятку нашли черные. Если я ошибаюсь по кому-то из тройки и шестерки, скорее тогда получается по шестерке, хотя тройка крышует шестерку. Кто черный? Тройка, шестерка, девятка. Мне десятка подозрительно. Она кинула руку не туда. Она умеет кинуть руку не туда, будучи черной. Черная команда 3, 6, 9 и может быть 10, если вот после этих людей не закончится игра. Спасибо. Похлопаем игрок номер 8. Этот день начинает игрок номер 3. Пошел игрок. Я поражаю самоуверенность 8-го игрока. Он только одного шерифа выбрал, все остальное не... Даже не спросил, а у кого? Какая вторая проверка? У другого шерифа. Вообще, как бы, городу интересна моя версия. Вот, да, ну вы спросите. Выставляю игрока номер 10. Принято 10. Пока что найдено две мафии. Ушел неизвестный игрок. Игрок 10 и 2. Мне... То, что я пытался донести до города, очень простая вещь. 10 проверил. Очень простая вещь. Есть, скрываются два шерифа при девятерых. Один из шерифов выставляет какого-то игрока. Должны сидеть и того, кого он выставил, и оба шерифа. Должен уйти кто-то из непроверенных. Потому что если шериф, если уйдет сейчас непроверенный игрок, которого выставил шериф, после этого уйдет проверенный игрок другого шерифа. Это плохо. А так уходит неизвестный игрок. Сейчас вы можете определяться, хотя город уже определился. И это тоже плохо. Если нам повезло, и мы действительно семерку убрали, и она действительно черная, я считаю, действительно черной. Тогда без проблем можем убирать девятку по версии второго шерифа. Время? Спасибо. Игрок номер 5. Ваше А почему вы отделяете себя от города? Ничего, если вы шериф, то вы там с городом. Вы говорите, город определился, и как бы версия не ваша. Человек между двойкой и тройкой. Выставляю игрока номер 9.
Принято 9. Понимаете, да? Почему я... А, еще хотела вас попросить. Новые игроки говорят. Вы жестикулируете так, что я не могу сообразить. Я бы речь перебила. Вы перебили две речи. Это не по-красному. И нам не нужен такой шериф, который не дает сказать. Я не могу определиться, кто 9 и 10. Вот из-за того, что я не послушала их речь. Только потому, что вы жестикулировали. Почему вы мешаете городу? 9 уходит, а 9 это же для вас красный. У вас 10 секунд. Что вы за шериф, если вы не хотите убрать свою черную проверку? Застрелитесь, я вам говорю. Вот серьезно, сегодня ночью стреляется тройка, окей? Время, спасибо. Игрок номер 6, ваша минута. Мне казалось, как там стреляли десятку, я бы спросилась. Тройка, с именем тройки. Да. Спасибо, я вас. Закончили? Вы закончили свою речь? Да, спасибо. Спасибо. Игрок номер 9, ваша минута. Доброе утро, город. Трек, где логика? Я же вы шериф, у вас две черные проверки. Чем выставлять непроверенного игрока, который может быть красным? Выставляю игрока номер 10. Выставлю. Спасибо, класс. Спасибо, игрок номер 10, ваша минута. А вы не видите, что здесь нет логики? Вообще нет логики. Я играю с тройкой. Она мне убеждает вынести семерку. Я выношу семерку. Я не играю против вас. Вы играете против меня. Тройка сейчас говорит, что я черная проверка. Я вообще не вижу логики никакой. Я очень хочу послушать двойку. Я, наверное, переобуюсь. Но это так не делается, тройка. Вы если уже играете, то играете по-настоящему, по-честному. Что это за игра такая? Вообще нет логики. Странно, странно, странно. Я выставляю, я не знаю, выставляете даже шерифа тройку, выставляю тройку. Странные вообще ход, странные ходы. Странные. Все, спасибо, пас. Спасибо. Игрок номер один, ваша минута. Так, у нас на самом деле критика, потому что мафия это 3-6-9. И нам сейчас... Потому что, господин ведьмак, вы нелогичны. Почему сейчас восьмерка отстрелилась, как красная проверка, не ваша красная проверка? Я призываю красный город. Сейчас мы выносим девятку. Все дружно. Я больше никого выставлять не буду. Потому что иначе мы уходим в три. Мафия 3, 6, 9. Они все за столом сидят. У вас 10 секунд. Не знаю, как-то вы их натренировали. Спасибо, пас. Спасибо. Завершите один игрок номер 2, ваша минута. Так, выставляю игрока номер 9 контрольная. Сейчас уходит игрок номер 9. Это моя черная проверка. Теперь я объясняю, почему я нашла... На прошлой ночи я нашла красного игрока. Это игрок номер 8. Да, я выставила непроверенного игрока. Потому что я не могу не выставлять никого. Закончилось бы тем, что игрок номер 3 выставил бы меня. И что, я бы... Да, я бы скинула значок. И чем бы это закончилось? И я не знаю... Нет, потому что должен сидеть... Шериф должна сидеть, его красная проверка должна была сидеть, а подозрительный игрок мог уйти. Теперь, игрок номер 7, скорее всего, она уходила красной, именно потому, что ее выставил шериф, шериф номер 3. Поэтому из 6 и 7, я думаю, 6 почернее. Но я вполне допускаю то, что 7, не путайте меня, 7 это черный игрок, которого игрок номер 3 слил, чтобы не было промахов. Поэтому и промахов сейчас нет, потому что ты сейчас сидит и с одним мафом легче договориться. Спасибо. Итак, поговорили все. Прошу прекратить жестикуляцию. Выдвинуты игроки под номерами 10, 9, 3. Прошу вытянуть все руки вперед. Прекратить играть в телефон. 10, 9, 3. Кто считает, что мафия игрок номер 10? Спасибо, 3 голоса. Кто считает, что мафия игрок номер 9? 4 голоса. Итак, игрок номер 9, вы набрали большинство голосов. У вас есть минута попрощаться с городом. Ну, похоже, мафия победит. Победит вредная мафия. Спасибо, попробуем игрок номер 9.
Игрок номер один, вы забыли попрощать из города. Так. Да. Ну, я придерживаюсь версии, что мафия была 9-3-6, теперь остались 3-6, поскольку, ну, не знаю, мне все на это показывает. Вот, и десятка, я считаю десятку красной, я считаю красную пятерку, и я считаю шерифом двойку. Все. Победа. Судей начинает игрок номер 5, ваша мнение. А вы тоже так считаете? Ну вот, как в последней речи согласны. А вы тоже так считаете? Нет? Красная все равно. Как же они застрелили сейчас? Чудеса. Статика? Не статика у вас, какая у вас добыла? А на единице, в принципе, не сложно показать. Мы не уйдем 2-2 с вами, девочки, что-то вы мне не нравитесь. 2-10, мафия, вы проверили двойку? Оставляли уже? А что же вы мне не голосовали? У вас 10 секунд. Нет, когда голосовали, вы голосовали в семерку, семерка ушла. А шерифы тогда сидят. Зачем вам этот шериф? Если вы меня не верите. Время? Спасибо. Игрок номер 6, ваше мнение. Ну, мое мнение, тут 2-10. Мне так показалось. Спасибо, я вам. Ну, мне нет опыта. Вы закончили свою речь? Да, спасибо, я вам. Спасибо. Игрок номер 10, ваша минута. Игрок номер 5. Я поверила сначала шерифство тройки. Я голосовала семерку вместе с ним. Но потом он вдруг резко переобулся, и вдруг я стала для него черная. Это логично? Я не вижу в этом никакой логики. То, что говорит сейчас шестерка, понятно, что она говорит. Вам решать. Вот сейчас за вами слово. Вот вы решаете, на вас ответственность. Вы понимаете, пятерка? Мое мнение, что 3-6, потому что я знаю, что я красная. Я красная. Выставляю игрока под номером 6. Принято 6. Все, спасибо, пас. Спасибо и вам. Игрок номер 2, ваше мнение. Контрольно выставляю игрока номер 6. Это моя черная проверка этой ночью. Игрок номер 5, у меня просто по остатку красная. Игрок номер 10, я даже проверять не пошла после того, как тройка ее называют черной. Значит, она красная. Что? Кого я проверила? Сейчас 6. Я сейчас говорю, что этой ночью я проверяла игрока номер 6. Она черная. Игрок номер 6 до сих пор сомневается, и ей кажется, что, скорее всего, я черная, несмотря на то, что я называю... Я проверила вас этой ночью, вы черная. Нет, ну вы очень хорошо держитесь. Вы молодец. Значит, игрок номер 5, определитесь сейчас, потому что у нас реально за столом 2 мафа, причем как по моей версии, так и по версии игрока номер 3. У вас же тоже 2 мафа сейчас за столом сидит. Сейчас зависит от игрока номер 5, потому что будет красная по обеим версиям. Сейчас послушайте еще игрока номер 3, но я надеюсь, что вы сделаете правильный выбор. Спасибо, пас. Спасибо. Игрок номер 3, ваше мнение. Игрок номер 5, сейчас решайте только вы. Подумайте, мафии очень выгодно оставить новичков за столом. Тем более, не копайтесь в телефоне. Тем более, когда опытная мафия осталась за столом. Я уже понял, что вы определились, поэтому я говорю, что это бесполезно, это проигрышная версия. Теперь, даже опять никто не поинтересовался, кого я пошел проверил. Вам же не интересно это. Вам же все равно не интересно. 7 я пошел проверил. Знаете почему 7? Потому что не наступило 3 в 3. Значит, вывели мафа, а вывели руками, вывели только семерку. То, что десятка говорит, то, что Яна играла с тройкой. Она не играла с тройкой. Не играла она с тройкой. И поставила она руку. Совершенно не по этой причине. Не потому, что вы играли с тройкой. Вы не верили в самом начале. У нас опытная мафия 2 и 10, которая прекрасно может сострелиться. Неужели вы думаете, что столько кругов была такая статика на 4 круга? На 4 круга была статика, и новичок вообще без проблем. Время. Спасибо. Внимание. Был только один игрок под номером 6. Вы практически покидаете город. У вас есть минута, попрощаюсь.
Потому что проиграл город, слышал. Я даже никого не стал выдвигать. Второе предупреждение. Совершенно непонятно, почему меня посчитали черным, но игрок номер два обманывает. Не было черной проверки, я не черная. Я стопроцентная красная. А вот черный как раз второй игрок. Вот как бы мое последнее завещание. Спасибо. Спасибо. Последний номер один прошел. Я люблю победу. Я просто вау, красиво.